Пешеход автовладельцу не товарищ. Перефразируем известную русскую поговорку. Наглядным примером служит ситуация в ближнем засвияжье города Ульяновска. Родители детей близлежащих школ 52 и 27, а также детского сада 235 всерьез опасаются за жизни своих детей, потому что дети каждый день идут вот по этому так называемому пешеходному переходу, то есть проезжей части. Здесь нет нормального пешеходного перехода ни с одной стороны, ни с другой стороны, потому что на одной стороне постоянно паркуются машины, а с другой стороны это мусор, рытвины и ямы. Люди настолько отчаялись решить самостоятельно вопрос, что пишут об этом в социальных сетях и спрашивают советов. По словам местных жителей, в администрацию посылали запросы неоднократно. В ответ тишина. Машину все время ездить не пройдешь. Угу. Вперед и грузовые, и такие, и все, и вот и боком. То есть вы сначала пропускаете машину, а потом да, конечно. Или наоборот они делают, да? Нет. Угу. Мы уже залезем туда подальше, чтобы нас не задавили. Ежедневно жители, а среди них дети, пенсионеры и мамочки с колясками, вынуждены идти по проезжей части, уступая дорогу автомобилям. В час пик образуется настоящая пробка из людей и машин на маленьком участке дороги. Вы как и с коляской гуляете, ну, да. И всегда у вас здесь проблемы получаются. Ну, погулять да. Вообще негде. Ну, обещали сделать здесь, я не знаю, мы надеемся. Я не знаю, когда сказать, стадион достроят, сделают. Пока ждем. Строительство стадиона «Авангард» закончилось. С одной его стороны по улице Полбина уже сделали и облагородили пешеходную дорожку. С другой стороны, которая делит проезжую часть с 235-м детским садом, ВОЗ и ныне там. Мусор, грязь повсюду. Не пугает автовладельцев и штраф за парковку на газоне, детской или спортивной площадке. Попросту потому, что оставить машину негде. Сейчас машины вытеснили все. Куда вот их нет? Мы обратились за комментариями в городскую администрацию, и оказалось, что там давно знают о проблеме. По окончанию строительства стадиона со стороны улицы Полбина была сделана пешеходная дорога. С противоположной стороны спортивного сооружения дорожку сделать не получилось из-за ветхого состояния ограждения. Сегодня этот вопрос решается. В настоящее время рассматриваем. И уже есть предпроектная проработка. Вот сейчас вот посмотрим еще, как люди пользуются. Потом на основании их мнения примем решение. Скорее всего, вот этот участок вдоль подпорной стенки, которая в настоящий момент уже восстановлена и укреплена, усилена. Вдоль этой подпорной стенки мы все-таки сделаем логическое продолжение тротуара. И там 70 метров. Скорее всего, это будет произведено путем выделения данного участка той площадки, которая на сегодняшний день заасфальтирована. Барьерными ограждениями, пешеходными. Будем надеяться, что городские власти выполнят свое обещание и уже в следующем году на проблемном участке дороги появится огражденный пешеходный переход, чтобы пешеходы и машины не мешали друг другу. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.